Разрешите начать свой доклад. Доклад сегодня у нас о кераторефракционной коррекции миопии, так называемый факт про лазерную коррекцию зрения. На сегодняшний день все чаще возникает дискуссия на тему, какой способ лазерной коррекции лучше. На самом деле дискуссии у нас разные и о том, как вести близорукий глаз. Но когда человек решил избавиться от очков, мы говорим о том, что лазерная коррекция зрения – это тот способ, который позволит это сделать. Но таким образом мы имеем три технологии, которые взаимно следовали друг за другом. Первая технология – это фоторефрактивная кератоктомия. Она нам известна еще с 1985 года. Дальше я расскажу об ее особенностях. Ее сменила следующая технология, сменила, потому что у первой методики были серьезные как осложнения, так и особенности послеоперационного введения, которые не нравились хирургам и пациентам, соответственно, появился так называемый ласик. И его модификация в 1989 году – это фемтоласик. Казалось бы, мы получили решение многих проблем, но при этом получили специфические осложнения. И поэтому в 2007 году у нас появилась такая технология, как 100% фемтосекундная лазерная технология Relax Smile. И вот на сегодняшний день мне хотелось бы как раз обратить внимание на то, что вопрос не в противоборстве этих операций, а в выборе наилучшей методики для индивидуального пациента в зависимости от его возраста, рефракции и других факторов. И когда мы об этом говорим, наверное, под этой фразой подпишется каждый рефракционный хирург. Безусловно, каждый говорит: я выбираю лучшее для конкретного пациента. Так что же все-таки является лучшим? Представим себе пациента, у которого средняя степень близорукости, средний возраст и, скажем так, нет никаких противопоказаний для лазерной коррекции. И казалось бы, что все понятно. Тогда для этого пациента надо предлагать самое современное и самое лучшее. Однако же, если представить вот то, но ту, скажем, картинку, да, в виде такого неорганизованного хаоса, она, наверное, как раз и отразит то мировоззрение хирургов, вот рефракционных хирургов на сегодняшний день в плане выбора технологии. И вот та ситуация такого абсурда, которая есть у нас сегодня, связанная с коронавирусом, в чем-то повторяет неопределенность, которая существует на сегодняшний день на рынке рефракционной хирургии. Почему так происходит? Давайте подумаем, какая у нас целевая аудитория. Целевая аудитория – это молодые люди от 18 лет. Это платежеспособные люди. Это люди, которые готовы на коррекцию зрения за деньги, потому что эта коррекция практически ни в одной стране мира не покрывается страховкой. То есть это самое доходное направление в микрохирургии глаза. И поэтому при покупке современного оборудования сэкономить невозможно. Так устроены современные лазеры. Однако на старых лазерах можно снизить стоимость за счет определенных хитростей. И тогда пациент в итоге на сегодняшний день может получить услугу, которая называется лазерная коррекция, как условно там за 13-15 тысяч стоимость операции на двух глазах, так и условно там 200 тысяч два глаза. Конечно, он теряется, так же, как теряются и доктора, которые полностью не погружены в выборы этой технологии и в тонкости этих технологий. Надо сказать, что оборудование дорогостоящее, и чем современнее приборы, тем более дорогостоящее, и иногда разница на порядок больше. Поэтому очень часто у нас можно встретить такую ситуацию, когда и хирург, и клиника, так называемые, переобуваются. То есть вначале были высказывания, что эта технология плохая, использовать ее не нужно, и пациенты, приходящие, слышали только негативные отзывы. Но как только появляется это оборудование, сразу тут же практически мгновенно меняется отношение к этой технологии. Технология уже презентуется как суперсовременная. То есть вот это касается и лично хирургов, и клиник в целом. Кроме того, появляется новое диагностическое оборудование, и надо сказать, что все научные новинки, они являются англоязычными. И на сегодняшний день все-таки англоязычную литературу не настолько активно читают наши доктора, и поэтому основываются только на выборке
которое дается на условных конференциях. И иногда вот идет, ну я, скажем так, но с таким интересом наблюдаю за тем, как происходит презентация, скажем, неких экспертных докладов, когда тематика вроде на входе, мы получаем информацию довольно правильную о проведении серьезных исследований, как правило, это зарубежные исследования, а на выходе мы получаем вывод совершенно противодействующий той первичной информации. Но при этом, поскольку слайды меняются быстро, аудитория не успевает просмотреть вот эти все таблички, создается иллюзия, что выводы оказываются правильными. То есть часто информация одна, выводы совершенно другие. Кроме того, надо знать, что хирург, опытный в одной методике, например, тот хирург, который замечательно делает фемтоласик, к технологии SMILE он может прийти очень длинным путем, а может ее не освоить вовсе или освоить совсем с большими сложностями. И поэтому опытный в одной методике может оказаться новичком в другой, и результаты его будут хуже. Поэтому воспринимать экспертное мнение нужно у тех хирургов, которые делают много, регулярно, именно по данной методике. Тогда это будет правильный подход и правильное понимание особенностей данной методики. Кроме того, конечно, нам в какой-то мере мешает интернет, потому что это такой нередактируемый винегрет мнений. И, соответственно, мы можем получить мнение пациента, оно наслаивается на некие субъективные мироощущения, поэтому хорошо или плохо понять совершенно невозможно. Ну и так, основное, что мы должны понимать, когда мы делаем операцию на роговице, мы говорим, что биомеханика роговицы – это первичный фактор. Всегда и при всех методиках мы делали акцент именно на этом факторе, как первичном. То есть еще в 2000 году Синтия Робертс сказала хорошую фразу, что роговица – это не кусочек пластика. И удаление вот этой поверхности роговицы, именно верхней части роговицы, будь то это срезание, либо выпаривание роговицы, ослабляет роговицу, и наше внутриглазное давление, которое действует как раз изнутри, а не снаружи, оно меняет биомеханические свойства роговицы. То есть поэтому рассматривать надо все именно в контексте биомеханической прочности роговицы. Также вот этот слайд очень хорошо демонстрирует структуру роговицы. Мы должны помнить, что передние и наружные слои роговицы, они более прочные. Это тот каркас жесткости роговицы. Наличие Боуменовой мембраны является фактором, сдерживающим ее растяжение, ее создает прочностный каркас для роговицы в том числе. Поэтому это очень важно при выборе метода. Соответственно, структура определяет именно механические свойства роговицы как таковые. Мы знаем, что средняя часть более эластична, чем периферия роговицы. Таким образом, на сегодняшний день нет четкого понимания, какая же толщина роговицы у нас должна оставаться под срезом. Иногда мы сталкиваемся с ситуацией, когда 200 микрон и меньше роговица оказывается стабильной, и кератоктазия не развивается. При этом мы оставили больше 300, и в роговице появился кератоконус, кератоктазия. Поэтому на сегодняшний день вот эта формула, она обсуждается, и эти параметры, которые считаются, они просто общепринятые, при этом они не являются доказанными, скажем так, вот эти параметры. Ну и так, на сегодняшний день по статистике крупных европейских клиник 70-80% занимает коррекция SMILE, 20-30% фемтоласики, всего лишь 1-2% ФРК. Речь идет о тех клиниках, у которых есть оборудование для выполнения всех трех технологий. Поэтому если хирурги опытные во всех трех направлениях, то статистика и результаты будут именно такими. То есть идет рост, прогрессивный рост этой технологии. Почему? Потому что если мы говорим с вами о методиках, здесь слайд большой, и если кто-то его запомнит или воспроизведет, может почитать более подробно. Я просто скажу, что у фоторефракционной кератоктомии были очень серьезные проблемы. Прежде всего, мы должны говорить о том, что она сопряжена с удалением полностью эпителия в зоне воздействия. То есть это площадь круга
полностью удаляется эпителиальная стенка, удаляется полностью буменовая мембрана. И дальше мы воздействуем на прочностный слой стромы роговицы. То есть мы выпариваем, воздействуя энергетически, не удаляя, а именно микрон за микроном воздействуем термически с помощью ультрафиолетового лазера. Надо обязательно говорить пациентам, что зрение в течение достаточно длительного периода, можно говорить о неделе, остается нечетким, потому что все зависит от скорости эпителизации. И присутствует выраженный болевой синдром. Один из хирургов, зарубежных хирургов, не российских, когда я задала ему вопрос, а это же больно пациенту? Он говорит, не тебе же больно. Я делаю, мне удобно. То есть есть осложнения, связанные с синдромом сухого глаза, инфекционные осложнения, потому что мы создаем большую раневую поверхность, замедленная эпителизация, эффект Гала и так далее. То есть, конечно, хирурги, которые опытные в этой методике, безусловно, придумывают различные хитрые хитрости, чтобы уменьшить этот эффект негативный. Но, тем не менее, если его можно избежать, зачем на здоровой роговице выполнять коррекцию именно таким методом? Он имеет право на существование в случае мутных роговиц, в случае докоррекции, в случае тогда, когда у нас, допустим, и достаточная аномалия рефракции, толщины мало. Соответственно, если мы говорим о преимуществах, то преимущество здесь одно. Дешевый расходник, потому что используется только газ. И для хирурга это, я бы назвала даже словом не простая, а примитивная в исполнении хирурга операция. Потому что хирург фактически руками не делает ничего, он только ставит векорасширитель. Поэтому да, для начинающих хирургов это просто, легко. И пациенту надо объяснять, что эта операция не является неинвазивной. Если мы говорим о следующем методе коррекции, о ласике, он хорош для пациента, безусловно, потому что восстановление зрения происходит быстро, мы получаем высокую точность коррекции, это действительно хорошая операция, она долгие годы существовала прекрасно, боль практически не выражена и не страдает поверхностной эпителий, большой широкий спектр. Однако вот именно ласик, и даже его модификация фемтоласик, является опасной в плане кератоктазии, в плане нарушения биомеханической прочности роговицы. Это доказано и не только в математических моделях, но и в инвитро, в исследованиях на парных глазах профессором Секунды. Поэтому именно проблемы с клапаном как таковым, то создается клапан, и, соответственно, эта методика не разрешена для определенных профессий, или, вернее, даже не рекомендована для людей определенных профессий. И возникают проблемы с клапаном, то есть смещение, врастание эпителия, недорезы клапана и так далее. И основное – это риск вот этой ятрогенной кератоктазии, нарушение буменовой мембраны по кругу и, соответственно, срезание вот этой верхней прочностной части роговицы. Поэтому, чтобы избежать, как говорится, вот этих недостатков, технологии сделали шаг вперед, то есть создав методику, когда мы не воздействуем термически, и мы фактически перешли на сегодняшний день к эндоскопическому удалению той части роговицы, которая фактически мешает нам видеть. Методика называется Relax Smile. Она позволяет коррегировать миопию высокой степени, не страдает эпителий, быстрое восстановление зрения. Это совсем не больно, минимальный синдром сухого глаза. Можно делать у людей определенных профессий, где есть возможность контакта или повреждения поверхности роговицы. Ее можно использовать для коррекции остаточных аномалий рефракции и большой спектр методов докоррекции. И противники этого метода, как правило, приводят несколько аргументов для того, чтобы сказать о том, что эта методика несовершенна. Однако, если мы начинаем читать эти исследования, то получается, что то, что нет дальнозоркости у этого метода для коммерческого использования, это перспективы развития. То есть модуль этот существует, и он у нас, безусловно, в ближайшее время появится. Это мы знаем уже несколько лет, разрабатывается эта методика, она уже есть в наличии как действующая. Но основное то, что эта методика непроста для хирурга для освоения. И все осложнения, которые
перечисляются. Это осложнения, которые преимущественно связаны с неумением. Первое – удалять лентикулу, например. Да, и говорят, она не удаляется, она тонкая, она рвется. Это неправда, она не рвется, она не тонкая, если делать это умело. Неумение управлять энергией. Чрезмерная энергия ухудшает нам условия работы и в некоторых случаях делает работу невозможной. Неправильная центровка конуса, то есть это неумение работать с прибором, приводит к выводам о том, что эта технология не является совершенной. Ну и, конечно, есть один фактор у этого метода, который также может являться серьезным аргументом, то, что для проведения операции по методу SMILE требуются расходные материалы в виде одноразового тритмент-пака, пакета, который имеет определенную дополнительную стоимость к покупке прибора. И поэтому эта методика, как самая современная, не может стоить просто дешево. Если она будет стоить дешево, это будет не она, значит, использована какая-то другая лицензия. Таким образом, при SMILE невозможно то, что возможно при других методах. Например, при ласике могут появляться и микро- и макроскладки, вот такие, как есть на слайде. При смайле это просто невозможно, потому что нет крышки. Нет риска появления хейса, как при ФРК, потому что помутнение в центральной оптической зоне. Потому что, собственно говоря, мы не повреждаем Боуменовую мембрану. И, конечно, всегда большой такой долей иронии я вижу информацию о том, что некоторые технологии, да, эксимер лазерной коррекции, они все-таки стремятся к тому, чтобы максимально возможно сохранить нативную форму роговицы, сделать там так называемый аберрационный модуль без аберрации. Но на самом деле SMILE уже позволяет сделать асферически нейтральную лентикулу, позволяет получить более широкую оптическую зону, нежели после фемтосекундного лазера. И, конечно, когда мы видим, что такую информацию, когда ФРК называется минимальной инвазивной операцией, безусловно, это не может являться правдой, потому что ФРК – это самая травматичная операция, она не может быть минимальной, потому что она повреждает большое количество тканей, и то, что хирург в это время не касается к поверхности, это не значит, что это микроинвазивная операция. То есть по степени сложности, или вернее по степени инвазии для пациента это большее вмешательство, с большим, как говорится, большей травмой. Таким образом, почему все так странно устроено? Потому что SMILE на сегодняшний день остается самой дорогой, самой новой технологии, несмотря на то, что ему уже более 10 лет. Хотя она наиболее безопасна в плане риска возникновения именно необратимых побочных эффектов, если сделана правильно. Она соответствует течениям хирургии в целом, то есть переходу на эндоскопическую технику, а не удалению через большой разрез. Как следствие самой технологии, есть требования к мануальным навыкам хирурга. И когда клиники планируют переход на эту технологию, возникает вопрос, а продавать ли по низкой цене, с низкой стоимостью работы хирурга, переучивая обычного лазерного специалиста, или не инвестировать в дорогостоящее космическое оборудование, а предлагать операции своим пациентам по старым традиционным технологиям. И поэтому на рынке мы можем найти на старых лазерах, по старым еще допотопным кератомам, с определенными, как говорится, множественными операциями одним инструментом, действительно дешевые и довольно рискованные операции. На вопрос, точно ли надо делать SMILE, я всегда говорю, конечно, нет. Во-первых, если вас очки полностью устраивают, можно не делать коррекцию вообще. После диагностики мы обычно не рекомендуем пациенту операцию напрямую, даем прогнозы и рекомендации в статистическом плане. Доктор не должен решать за пациента, а дает ему максимум информации и право выбора. Поэтому, доктора, пожалуйста, рекомендуйте все типы лазерной коррекции. Для пациента он должен знать о том, что существуют более современные методы. В редких случаях фемтоласик или ФРК предпочтительны по показаниям, а иногда выбор возможен из-за цены. Иногда из-за 30-летней клинической практики врача, потому что действительно опытный врач в одной методике даст
возможно, лучший результат, нежели эксперименты в новом плане. Ну, заочная консультация всегда приблизительная. Однако, если при равных возможностях, то, с чего мы начинали, с медицинской точки зрения, на здоровой роговице, на это первичная операция, вы выбираете между смайлом, фемтоласиком и ФРК, методика смайл лучше, статистически лучшая. Конечно, в опытных руках. Если кому-то интересно, я могу прислать из PubMed'а подборку свежих статей, вот последних в течение 2-3 лет опубликованных, и вся информация все-таки говорит о том, что большая часть хирургов осваивают смайл и довольны смайлом, и восхищаются смайлом. Спасибо за внимание. Теперь ваши вопросы. Спасибо большое. Есть вопросы. И первый из них. Какое ваше отношение к лазерной коррекции при пресбиопии? Ну, если вот это имхо, это мое личное впечатление, но оно совпадает с большинством хирургов, и в том числе с большинством, со всеми, наверное, хирургами, которые работают в системе немецких клиник Smile Eyes. То есть мы не делаем рефракционную хирургию роговицы. Я считаю, это операция нехорошая. Создание мультифокальности в роговице – это плохо, потому что в дальнейшем могут возникнуть сложности. Ну, во-первых, эффект очень кратковременный. Надо сказать, что я видела ряд пациентов, они приходят, ну, как правило, приходят, конечно, недовольные уже в другую клинику после проведенных операций, и я не видела тех, кто был бы доволен больше, даже года два, наверное. Проходит года два, эффект регрессирует, но, проще сказать, он исчезает. Вот. При этом роговица остается нерегулярной, и что с ней потом делать, вопрос очень сомнительный. Поэтому я думаю, нет. На сегодняшний день появился метод имплантации фокичных пресбиопических линз. Это интересная тема, я поставила ряд таких линз, и пациенты очень довольны. Достаточно довольны. Если есть пространство в задней камере, то, наверное, это будет операция выбора. Это альтернатива для пресбиопических пациентов. Ну, либо, если это глубокая пресбиопия с изменениями в хрусталике, то тогда имплантация, удаление собственного хрусталика и замена на мультифокальную линзу. Пресбиопическая роговица. И, если у меня есть 20 секунд, чтобы ответить на этот вопрос. Такой модуль пресбиопической коррекции существует в том лазере, который у нас в клинике есть. И в свое время даже были такие тренинги в Барселоне, которые обучали хирургов этому методу. И вот когда очередной тренинг состоялся, мы были в Барселоне, вот производитель этого лазера сказал: ребята, не делайте эту операцию, это плохая операция, не делайте ее. И с тех пор, в общем, мы ее не делаем. Если даже производитель лазера имеет опцию говорить, что эта операция не очень хороша, то она, поверьте, не будет хорошей. Что-нибудь можете сказать по поводу статистики развития ятрогенных кератоэктазий после Relax Smile? Знаете, могу сказать. На самом деле, стандартный подход такой, что, в принципе, хорошая предоперационная диагностика, исключение групп риска у пациентов с кератоконусом – это профилактика гетерогенной кератоэктазии после любого типа коррекции. То есть если мы берем фрустированную форму кератоконуса на рефракционную операцию, то можно ожидать появления вот этой кератоэктазии. Но поскольку прошло уже более 10 лет, есть действительно от коллег из различных стран различная статистика. Я скажу сразу о нашей клинике. То есть мы делаем ежегодно, я не знаю, как в этом году, в связи с коронавирусом, количество операций будет, я думаю, чуть поменьше, но тем не менее делали больше 2000 операций Relax Smile. И за все годы работы, а мы работаем с 2016 года, у меня не было ни одного эпизода кератоэктазии. Это довольно большое количество пациентов, кератоэктазии не было. Я знаю статистику у питерских коллег. Они докладывали о 10 тысячах операций и о 6 случаях. Но при этом в их докладе фигурировала информация о том, что у двоих пациентов была скрытая форма, были некоторые признаки кератоэктазии,
другие, на которые не обратили внимания. И у одного она появилась уже, казалось бы, на здоровой роговице. Поэтому явно этот процент на порядок меньше, чем после ласика, фемтоласика, однозначно меньше. Возможно, нам на помощь может прийти такой прибор, как Корвис, мы его поставили в нашей клинике, это прибор, который позволяет определить и морфологию, и биомеханическую прочность роговицы. Мы сейчас как раз работаем, ведем научное исследование, чтобы понять, каким образом все-таки вычленить эту группу со скрытым кератоконусом. Ну и к вопросу, можно ли делать, ведь есть еще такой off-label метод, когда мы делаем ФРК на уже конусной роговице, да, мы делаем коррекцию, добавляя кросслинкинг. И вот у меня есть несколько пациентов, ну, их немного, это 3 человека, у которых были признаки кератоктазии, правда, это пациенты в возрасте после 35 лет, и надо сказать, что это 2 из них это космонавты, действующие космонавты, я не буду говорить, кто это, но, тем не менее, вот астигматизм является противопоказанием для полета в космос, и у них вот эти признаки по кератотопограмме были, начального конуса, и был астигматизм, и я... По их просьбе я выполнила им релекс-смайл. И прошло вот у меня годы наблюдения. От последнего, наверное, это больше 3 лет, и роговица стабильная. Поэтому я думаю, что мне удастся доложить об этих эпизодах. Вот. Но это, в общем-то, были такие с подписанными информированными согласиями. То есть мое впечатление, что релекс на несколько порядков прочнее в плане рисков по именно ятрогенной кератоктазии. Вот у меня в моей практике, на счастье, такого опыта с этими пациентами нет. И надо сказать, что его нет и у профессора Секунда. Я тоже это знаю. И вот он делает релекс-смайл дольше всех. Может быть, не больше всех, наверное, не больше, потому что если в Марбурге нет такого большого потока пациентов, но делает точно дольше всех. И его фраза всегда: на счастье, вот у меня тоже не было ни одного кератоконуса ятрогенного. Поэтому я думаю, что тут и хорошая предоперационная диагностика, и правильное, как говорится, правильное проведение. Правильный выбор технологии. Спасибо за ответ. Еще вопрос. Как вы относитесь к технологии камеры, имплантации диафрагмы в строму роговицы? Ну, на самом деле, в России камера не сертифицирована, поэтому я могла видеть только... Я сама не имплантировала эту диафрагму, но я видела нескольких пациентов, которым была имплантирована эта диафрагма. Они имплантировали, я знаю, в Италии, и, по-моему, это из Испании были пациенты, которые специально туда летали ради этого. И это несколько пациентов, и на самом деле они были довольны, как ни странно. То есть, возможно, просто для таких методик доктор должен очень хорошо говорить с пациентом, и все побочные оптические эффекты, которые появляются у пациента, он должен относиться к ним лояльно и философски, и если его предупредить о том, что там снижение контрастной чувствительности идет и ряд других вещей, да, там оптические эффекты, но тем не менее он получает зрение вблизи, для многих вот это зрение вблизи, оно очень важно, и поэтому в принципе для нерегулярности роговиц, наверное, тоже бы, если диафрагмальная функция, она тоже хорошо работает. Вот. Есть же и интракулярные линзы с подобным эффектом. Поэтому, в принципе, я бы с осторожностью, наверное, имплантировала бы, даже если появилась бы возможность делать вот такую коррекцию в России. Однако те пациенты, которые попадали ко мне, были абсолютно счастливы, поэтому не стоило их разубеждать, что это... Хороший метод. Хорошо, спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Был очень интересный доклад, много из него узнали.